Thank you.
кажется, ты спал. Старейший ворон, кто тебе нужен? А где еще мне быть, как не в городе мертвых? Спрашивать или стоять столбом, как будто увидел привидение? Скажи мне, как попасть к источнику душ? Источник душ — место невообразимой силы. Ключ к жизни и смерти и самому сотворению. Для того, чтобы попасть к источнику, тоже нужен ключ, который был разделен много лет назад. Ангелы хранят одну половину, а демоны — другую. И они никогда не должны соединиться. Умер, если ты не соединишь их, чтобы спасти брата. Чтобы спасти войну, я готов штурмовать Белый город. Сомневаюсь, но в этом нет нужды. Два ангелов простирается далеко за пределы Белого города, так же, как и владение демонов за пределы Темного царства. Тебе все станет ясно, когда ты попадешь к древу. Я уже это сделал, старейший ворон. Не менее ты должен снова найти древо и отправиться туда, куда оно укажет. Авессалом жив? Да, Авессалом жив. Его ярость и огонь распространяются, как порча. Он хочет отменить акт творения и нарушить равновесие. Я убил Авессалома когда-то, ворон. И если бы можно было вернуть время вспять, я бы его пощадил. Думаю, что он проявит ответную любезность. Как мне возродить человечество? Жизнь зарождается в источнике душ. Именно там души умерших обретают новую жизнь. Я убил чудовище, которое обитало здесь. Я освободил души людей. И времена этого было бы достаточно. Но что-то черпает силу из источника, оставляя только пустоту там, где была жизнь. Знаешь, что ты только обрек души на еще большие муки. В таком случае надежды больше нет. Человечество погибло. Так. Даже сейчас у тебя есть сила, способная возродить источник. Нефилимы? Если ты пожертвуешь их души, у них одних есть сила, чтобы исправить содеянное. Значит, я должен пожертвовать нефилимами своими братьями, чтобы возродить человечество? Ими руками убил нефилимов. Этот сломанный талисман — все, что от них осталось. Чешь их на вечные муки в этой клетке у тебя на шее. И отправляйся к древу.
Подойди. Могу предложить кое-что новое, если у тебя есть деньги. Быстро, всадник. Ты пойдешь со мной. Это и делаю. Но здесь, у древа, на случай, если вдруг понадоблюсь тебе. Да, кстати, прах своим клювом умеет не только клевать трупы, всадник. За ним и ты найдешь ключ. Иди за прахом и найдешь ключ? Все так просто, старейший ворон. Верно, и ты прав, смерть. Будущее — это секрет, который даже я не могу хранить. Приветствую тебя, мягкотелый. Я не заметил тебя. Я хотел спросить, кто ты такой? Или что ты такое? Меня зовут Блэкрут. И я голоден. И чем ты питаешься? Только отборными камнями. Я умею притягивать маленькие кусочки, но уже много веков я не могу дотянуться до чего-нибудь съедобного. Я должен ждать здесь своего хозяина, но я умру от голода, если мне никто не поможет. Твой народ на грани исчезновения, а ты просишь накормить тебя? Это не составит для тебя труда. Возьми это. Это притянет к тебе камень. Ты принесешь его мне,
и я съем его с огромным удовольствием. А после я отблагодарю тебя. Ты ешь? Я не похож на других конструктов. Жизнь во мне пустила корни. Их нужно кормить, или они поглотят меня. Как давно ты здесь? Я веками коплю свою силу, и мои корни проросли слишком глубоко. В этом-то моя проблема. А что насчет твоего хозяина? Я не хочу о нем говорить. Я его даже не помню. Он ушел много тысячелетий назад. А я оказался в ловушке.